Чиновники из правительства Казахстана не считают экономику своей страны слабой. Для министра национальной экономики Тимура Сулейменова рейтинги делового агентства Bloomberg не авторитет. Есть общепринятые рейтинги, то может быть и Doing Business, есть и рейтинги глобальной конкурентоспособности, ряд других, ВООНовских и так далее. Но Bloomberg пока вот в качестве такой вот авторитетной площадки именно по рейтингу экономики, уж тем более там благополучия или счастья, я не знаю. Так называемый индекс несчастья Bloomberg представляет собой сумму показателей безработицы и инфляции. Лидером в рейтинге стала Венесуэла, где инфляция в 2015 году составила 98,3%, при безработице 6,8%. Глобальный риск и спад цен на сырую нефть был особенно разрушительным для Венесуэлы, где черное золото составляет 95% экспорта. Казахстан, по мнению министров, находится в более выгодном положении. Инфляция, да, достаточно высокая, но она находится не менее чем на 10%, 8,5% инфляция. Мы об этом докладывали на расширенном заседании правительства. Рост, да, небольшой, 1%, но тем не менее это положительно. Огромное количество стран сейчас упало и падает уже на протяжении нескольких лет. То есть у них уже рецессия в течение нескольких лет продолжается, в том числе у наших соседей по Евразийскому экономическому союзу. Необъективным этот рейтинг считает и министр социального развития Казахстана. По мнению Тамары Дюйсеновой, индекс рассчитывался по макроэкономическим показателям. Что касается безработицы в стране, то 5-процентный уровень – это не так уж и страшно. Если сказать по безработице, я не считаю это объективным. Потому что, значит, вот смотрите, в течение 5 лет, с 2011 по 2015 год, мы охватили около 800 тысяч человек программой занятости. Да? Около 500 тысяч человек мы, значит, трудоустроили. Это первое. Второе, значит, за это время около 1 миллиона человек, которые достигли 18 лет, вошли еще в рынок труда. И вот с учетом вот этих, значит, мер мы, значит, оставили уровень на уровне 5%. Я считаю, что это неплохой показатель для такой страны, как мы. В тройку самых счастливых экономик вошли Таиланд, Сингапур и Швейцария. Из стран бывшего Советского Союза Украина замыкает пятерку самых слабых экономик. Россия счастливее Казахстана на 4 позиции. Экономике, то есть бизнесу и гражданам надо смотреть не на рейтинги, а на собственное состояние и стремиться к тому, чтобы благосостояние конкретной семьи, если ты бизнесмен конкретного предприятия, просто улучшалось. Делать для этого шаги последовательные, требовать от нас, государственных служащих, от министров, каких-то мер, которые необходимы для поддержки, и тогда наше собственное мироощущение будет гораздо важнее каких-либо рейтингов. Казахстанские эксперты, так же как и министр национальной экономики, скептически относятся к данному исследованию. И поскольку страна занимает 10 место из 63 стран, то экономисты предлагают считать, что Казахстан якобы стремится в 50 развитых экономик мира. Айнур Коскин, Ганизат Успанов, «Настоящее время».